Икона «Не рыдай мне, Мати» посвящена оплакиванию Христа Богородицы. Обнаженное тело Спасителя наполовину погружено в гроб. Голова опущена, глаза закрыты, руки сложены крест-накрест. За спиной Христа – крест. Рядом с ним изображена скорбящая Богоматерь. Название иконы происходит от песнопения Страстной Седмицы, в котором Спаситель, снятый с креста, утешает свою мать. «Не рыдай мне, Мати, зрящий во гробе, его же во чреве без семени зачала, еси сына. Восстану бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко Бог верою и любовью тебя величающих». Перед этой иконой молятся в скорби и печали о спасении близких и детей.